сентябре этого года лучшей танцевальной радиостанции Украины Kiss FM стукнет ни много ни мало 7 лет. Прошел еще один год, и радиостанция Kiss FM стала ровно на год старше, нам уже 7 лет, счастливая цифра 7. И мы празднуем день рождения с огромным размахом, таким, которым мы не праздновали еще ни разу за 7 лет. Мы празднуем 2 дня. По традиции, ко дню рождения Kiss FM-овцы дарят всем своим поклонникам мега-вечеринку с громкими мировыми именами в качестве хедлайнеров. Этот год не станет исключением. Скорее наоборот, празднование 7-летия любимой радиостанции станет самым громким и масштабным за все время. Ведь никогда раньше Kiss FM Birthday Party еще не проходила в формате двух ночей. Мы долго думали, кого же вести, транс или хаос, хаос или транс. Решили привести drum and bass. Я шучу. Главными VIP-персонами первой ночи станут три столпа шведской хаус-мафии. Аксвелл, Стив Энджело и Себастьян Ингросса. Эта троица отлично знакома со слушателями Kiss FM. И их хиты регулярно попадают в эфир радиостанции, занимая верхние строки в хит-парадах симпатий украинских клаберов. Во всем мире билеты на их вечеринки распродаются в считанные минуты. Даже несмотря на баснословные гонорары, трафик выступления мафии расписан на полгода вперед. Благодаря Kiss FM шведы выкроили один день, чтобы вновь повидаться с приветливой украинской публикой. Вторая ночь целиком отдана во власть посланникам транс-культуры во главе с Ричард Дюран и Марсел Вудс. Первый из них – настоящий диджей-виртуоз. Свои сеты Дюрант играет с 4 дек, используя при этом целую кучу различных эффектов. В этом году он отважился на запись дебютного альбома, который своей неординарностью уже успел покорить весь мир. На стороне Марсела громадный опыт, в его музыкальной заначке более 10 бомбовых хитов, один из них – Advanced. Его небезосновательно считают одним из лучших гимнов за всю историю фестиваля Trans Energy. Вместе с собой парни привезут частичку голландского безумия. Плюс к ним у нас подготовлен сильнейший украинский саппорт. Это лучшие украинские диджеи, которые будут играть в формате back-to-back. Это Иван Ионов и Дима Красник, Анна Ли и Ира, и Стар, и подающий надежды новый талант наш ART, и ребята из Одессы Карлинский и Алекс Ньюман. Будьте уверены, скучать не придется. Никому. Билеты на празднование дня рождения Kiss FM спрашивайте в киосках «Союз Печать» или «Сейл Пойнте», который расположен в районе «Фудкорт» на минус первом этаже в ТЦ «Глобус».